серф направление в лагере Командор. Они занимаются не только вид серфингом, но и вейтбордингом. Именно об этом виде спорта мы сегодня расскажем. Серфера – это ожидание подходящей волны. Иногда приходится часами ожидать очередную. Поэтому один смекалистый ум решил Я уже занимаюсь 5 лет или 4 сезона. Почему вы выбрали именно этот вид спорта? Ну, я его не выбирала, просто я занимаюсь профессионально сноубордом уже давно, выступаю на соревнованиях, и это как бы межсезонье, летом, чтобы отдохнуть от сноуборда, я катаюсь на вейкборде. Тебя после поездки? Ну, на вейкборде интересно кататься. Как давно ты катаешься на вейкборде? 2-й раз. И вот эффект. Вариант поездки на скейте за катером так воодушевил остальных, что решено было назвать этот водный вид вейкбордингом.